Фонд «Инсан» организовывает завтраки для детей, посещающих летние курсы в центральной мечети столицы. Ежедневно 2000 мальчиков и девочек с 9 утра до обеда обучаются Корану, намазу и основам религии. Желающие присоединиться к этому благому делу могут перечислить любую сумму через приложение фонда «Инсан». К нам поступают обращения, звонки, письма и так далее тех людей, которые тоже хотят принять участие в этом благородном деле. И мы именно для этого запустили сбор. Именно человек, который пользуется приложением фонда «Инсан», если не пользуется, он может ее скачать в App Store или же в Play Market. Просто достаточно набрать «Инсан», и оно появится. Можно скачать, и там будет актуальный сбор, или же на сайте фонда «Инсан».